Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире. Это программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим Сахарадиата». Режиссеры Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Сегодня в студию микрофона редактор Юрий Сергеев. Я приветствую всех телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче профилактические мероприятия, проводимые госземинспекторами Управления Росреестра по Республике Саха Якутия. С какой целью госземинспекторы проводят данные мероприятия? Что должны соблюдать землепользователи? Ну, об этом в нашем первом блоке. Затем в заключительной части нашей передачи Общественная палата Республики Саха-Якутия информирует по итогам встречи руководства городского округа город Якутск с общественниками Республики. Итак, в начале нашей сегодняшней программы представлю первого гостя нашей студии. Это начальник отдела государственного земельного надзора, управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Сахая Кутия Татьяна Гаврильевна Никифорова. Здравствуйте, Татьяна Гаврильевна. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, тоже к вам обращаюсь, конечно. Если у вас в ходе нашей сегодняшней телерадиопередачи будут возникать какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам прямо в студию. Телефоны, напомню, прямого эфира 32 20 66 и 32 11 66. Итак, Татьяна говорили на первый вопрос, конечно. Начнем с того, что такое государственный земельный надзор. Ну, государственный земельный надзор — это контрольный контроль надзор в части соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. В Росреестре государственным земельным надзором у нас заняты всего 12 инспекторов, из них 8 в районах и 4 в городе Якутске. Вообще э, федеральным государственным э, надзором занимаются три организации, uh -huh. три контрольно-надзорных органа. Это у нас Росприроднадзор, Россельхознадзор и Росреестр. Росреестр осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в части самовольного занятия земельного участка, э, либо использования земельного участка без правоснащих документов, использования земельного участка не по целевому назначению, то есть не в соответствии с видом разрешенного использования, который выдался, да, mm -hmm. и обязательность использования земельного участка под строительство. Ну а также у нас есть полномочия по Предоставлению земельных участков, э, госорганами и муниципалитетами. Ну что ж, конечно, это действительно полномочия то, что действительно много у вас, очень, э, я считаю, значительных и ответственных в том числе. Какие профилактические мероприятия проводятся? У нас э, в соответствии с 248 федеральным законом и соответствии с положением о гоземнадзоре да, 1081 у нас проводится пять профилактических мероприятий. Это у нас информирование, обобщение правоприменительной практики, консультирование, объявление предостережения, а также профилактические визиты а если немножко статистики, да, как да. бы этот а, за прошлый год у нас проведено 1180 профилактических мероприятий, из них 317 на территории городского округа Якутск, в том числе выдано 267 семь предостережений и проведено 42 консультации. А в этом году за первое полугодие у нас 566 профилактических мероприятий проведено, 137 в городе Якутске, выдано 102 предостережения и проведено 31 консультирование. Ну вот вы назвали ряд, да, таких вот мероприятий, mm -hmm. которые, да, очень важны, конечно. Вот, ну и скажите немного, что за мероприятия по отдельности, что ah. они означают? Uh -huh. Так, например, информирование, Да. да. Это э, осуществляется органами государственного контроля, надзора. Э, по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства, оно, это, это сведения эти размещаются на официальном сайте органа государственного надзора, угу. в сети интернета да, и в средствах массовой информации. Бывают пресс-релизы, да, сообщения. Как бы, да -да. Да. Обобщение правоприменительной практики – это сбор и анализ всех за год проведенных контрольно-надзорных мероприятий, их результаты, их всех обобщают в один доклад, и размещает тоже э, на сайте органа э, государственного надзора, как бы, да, uh -huh. С, тоже в интернете. Консультирование. Консультирование у нас проводится по телефону, по видеоконференц-связи. Можно также на личный прием сходить. Или обратиться по э, по порталу, единый портал государственных муниципальных услуг, в принципе. Uh -huh. Также у нас есть предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Мы их выдаем э, в случае наличия у органа государственного надзора э, сведений о готовящихся как бы, да, нарушений обязательных требований, а также если есть у нас а, какие-то э, э, об угрозе э, причинения вреда ущерба охраняемым законом ценностям. Например, если у нас есть об этом сведения, да, что такое ущ... именно вот этот, а... что мы, скорее всего, понимаем под охраняемым законом ценностям, да, это у нас защита и права граждан, как бы наше здоровье, наша жизнь, да? людей, это у нас охрана окружающей среды, это у нас животный мир, растительный мир, да? безопасность государства, оборудование страны. Ну, все это как бы в общем ну, называется, в комплексе, да, да? В комплексе называется, да, комплексы называется, да, закон законцентрами, как бы этот, да. И у нас профилактический визит. Он проводится у нас в форме беседы. Да. А, в ходе профилактического визита мы а, как бы объясняем людям, а, как бы сказать. А, об обязательных требованиях, именно предъявляемых к э, их объектам, да, вот этот проверяемым. Э, у нас есть риски, по которым мы проводим профилактические эти мероприятия. Мы рассказываем о снижении рисков, об интенсивности контроля надзорных мероприятий, при каких случаях мы можем прийти как бы, с проверкой да, или с инспекционным визитом, мягко говоря. Да? Ага. Э, но это все как бы, исходя из отнесения соответствующей категории риска. Вот профилактический визит вот вы рассказали, да, на каком основании он проводится? Профилактический визит у нас проводится вообще по закону, да? По Конечно, 20... по закону. По 248 федеральному закону есть э, такие понятия профилактического визита как обязательный и ну и как обычный, да? Угу. Обязательно профилактический визит, получается, проводится, если э, есть чрезвычайно высокий, высокий или значительные риски. Это что У нас таких в виду? нет. Что имеется в виду? Э, по рискам. Да, по рискам. Под, риском, под да. рисками. Э, риски бывают э, шести видов скажем так всего да. риска в шесть видов. Угу. Но чрезвычайно высокие, высокие значительные риски – это в основном в работе пожарников, это в работе Роспотребнадзора, да, как, угу. когда есть риски вот эти определенные которые этот. У нас таких рисков нет. У нас риски маленькие. Так. У нас есть риски средние, у нас есть риски как бы умеренные и низкие. Ну какие, к примеру? Ну, вот, например, да, средние ага, риск Да, средние риски. Да, средние риски. Вот это, пример. например. Это если ваш земельный участок граничит с земельными участками под захоронение, угу. под производственные отходы, как бы, да, ну, свалки, кладбища, да, вот это, да. да? Понятно. Либо, да. либо если ваш земельный участок граничит с береговой полосой э, водных объектов. Угу. Вот эти земельные участки попадают именно в средние риски. А умеренные риски это если, например, ваш земельный участок, который находится на землях э, населенных пунктов, угу. но граничит с землями сельскохозяйственного назначения, да? Так. земель лесного фонда, особо охраняемых территорий, землями запаса. Вот тогда вот получаются умеренные риски. Также есть, например, земли промышленности, граничащиеся с э, землями сельскохозяйственного назначения, так. потому что там определенные угу. риски тоже есть, да? Конечно и земельные участки сельхозного граничащие с земельными участками населенных пунктов. Ну, вот эти как бы, категории земель. Если вы как бы ага. сидите на границах этих, имейте в виду, что у вас могут быть риски, да, как бы определенные. Вот. Еще контролируемые лица могут отказаться от профилактического визита в uh -huh. принципе, но надо уведомить, если только это необязательный визит, надо уведомить об этом контролирующий орган не менее за три дня до начала проведения про визита. Uh -huh. Кстати, еще могут профилактические визиты проводиться по заявлению. Вот, кстати, говорят, очень интересно, да, вот а как вот зачем людям обращаться вот с таким заявлением так? Ну во-первых, профилактический. Вот их наверное, к этому. Но профилактический визит, он, это же профилактическое мероприятие, ну, понятно, правильно? Да, это ну, же ну, не проверка. Ну, Предписание не выдается. Есть бы, разница да? в этом. Есть да. разница. И все как бы вся информация, полученная в ходе профилактической беседы, она как бы носит чисто рекомендательный характер, да? Угу. Как бы. То есть, если у вас, например, запланирован запланирована проверка где-то там через полгода через этот вы можете обратиться в орган контролирующий орган чтобы они провели профилактический визит то есть вы будете знать чего ожидать от проверки правильно и можете быть если у вас есть какие-то недочеты какие-то этот вы можете устранить это все до проверки все-таки проверка же по результатам проверки выдается предписание же? Да, конечно. А предписание всегда это как бы имеет последствия, правильно? Угу. Пока этот. Если по предписанию вы не устраните, там дальше идет миров... да, да, угу. мировой суд, потом угу. приставы, там это, да. Как бы во избежание всего этого, чтобы заранее так знать, можно обратиться заявить, обратиться заявлением о проведении проследческого визита. Угу. Уважаемые Это телезрители и да. радиослушатели, конечно, если есть какие-то вопросы у вас вот, по участию нашей сегодняшней темы, вот первый, э, первого блока нашей программы «Якут» сегодня, то, пожалуйста, звоните на телефоны 32 00 66 и 32 11 66. Ну вот давайте немножко остановимся на объявлении э, предостережений, да? Вот угу. кому он предъявляется, кстати говоря? Так, объявление предостережения. Ага. Предостережение выдаются гражданам, юридическим лицам, э, индивидуальным предпринимателям, то есть всем землемоз, землепользователям, независимо от их правовой как бы формы, формы права. Формы да, да? да, да, да. Например, аренда, собственность, неважно на каком вы управе находится, как бы мы всем предоставляем, всем можем объявить предостережение. Так, у нас тут телефонный звонок. давайте послушаем тебя, да? Наушники, пожалуйста, да? Угу. Алло. Алло, да, здравствуйте. Ага, здравствуйте. А, у меня вот такой вопрос, можно, да, вопрос? Да, конечно, пожалуйста, слушаем вас. Да, меня зовут Семен. Пожалуйста. Так, Семен, слушаем. Ага, у меня вот ситуация такая. А, вот, я вот недавно купил участок земельный. Так. А там вот соседи а, огородились. Угу. И получается, у меня есть подозрение, то, что они зашли на мою территорию. На вашу как территорию, быть? да? Да, М -м -м. На, на, вашу, на мою территорию, как они... с ними? Вот. Они на контакт не идут, вот, как Ну быть? понятно, ситуация. Угу. Да. И что так в этом случае делать, да? Да, да, ага. да, да, да. Хорошо. Спасибо за вопрос, ага. Вообще сниму, да? Да, можно снять, конечно. Вообще всем э, людям, которые. Спасибо за вопрос. Всем людям, которые только купили земельный участок, мы рекомендуем обратиться к кадастровым инженерам, чтобы э, вынести точки, э, характерные точки, да, которые да. есть да, в да, да. веденном государственном реестре недвижимости э, на местности, чтобы они показали границы вашей вашего земельного участка. Лучше это делать вообще до покупки земельного участка, да, uh -huh. как бы, чтобы знать этот. Если э, есть нарушение, то вы можете обратиться к нам заявлением, что мы провели э, контрольно-надзорное мероприятие, так. мы проведем контрольно-надзорное мероприятие и по результатам можем вот этим предостережение, предостережение, о чем мы тоже сейчас будем говорить, дальше, Да, предотвращение, как бы э, о недопустимости нарушения обязательных требований, правильно? Да. Сейчас у нас, конечно, в основном предупреждения все выдаются по результатам контрольно-надзорных мероприятий у -у -у. без взаимодействия. Да? Mm -hmm. то, есть, то есть это что означает uh, без взаимодействия? Uh, у нас есть uh, по закону есть понятие сов взаимодействием и без взаимодействия. Со взаимодействием это проверки получается да? да, проверки документарная проверка там выездная проверка инспекционный визит рейдовый осмотр как бы да uh -huh. когда мы контактируем с контролируемым лицом без взаимодействия это получается без контакта да? у нас 10 марта 2022 года вышло постановление правительства 336 об особенностях организации и осуществление государственного надзора и муниципального контроля. Да? По ним у нас есть ограничения, по которым мы не можем сейчас провести проверки. Как бы. mm -hmm. да. Проверки проводятся только по требованию прокуратуры или по согласованию с прокуратурой, mm -hmm. если есть угрозы э, жизни и здоровью. Как бы. Получается. Кстати, до 30-го года у нас плановых проверок не будет именно поэтому ограничения uh -huh. до... Не предполагается, э да, проведение? Не предполагается, да, проведение. Uh -huh. У нас есть ограничения такие. А -а <соспит> ну что ж, уважаемые радиослушатели и телезрители, у нас сегодня в студии, напомню, начальник отдела государственного земельного надзора управления Федеральной службы э государственной регистрации кадастрой и картографии по республике Саха-Якутия Татьяна Гавриевна Никифорова. Ну что ж, мы, уважаемые слушатели, если еще какие-то есть вопросы, то, пожалуйста, звоните прямо сейчас. Времени у нас нет так много. 32, 2, 0, 66 и 32, 11, 66. Ну что ж, теперь вот как проводите вот контрольно-надзорные мероприятия, ну вы же сказали, без взаимодействия, да? Uh -huh. Это, в общем-то, ну как вы сказали, это обследование, это обследование или все-таки, или проверка, но ну, все-таки вот как вот больше будет? Uh, это больше относится к обследованию и... К Обследованию к мониторингу mm -hmm. получается mm -hmm. также да mm -hmm. в соответствии вот законодательством у нас есть два вида контрольно надзорных мероприятий без взаимодействия это у нас а, первое наблюдение за соблюдением обязательных требований да mm -hmm. мониторинг то есть это мы а, сбор анализ данных как бы да у межвед э, межвед э, Взаимодействие, <социатива> да, информационное <социатива> с другими организациями государственными и этими, <социатива> да. Это может быть данные, полученные из сети интернет, вот информационные да, системы да, же да, есть, да, да, государственных этих да. организаций, <социатива> муниципальных организаций, <социатива> в том числе и Ингео, тугиз да, как бы открытые доступы, как бы, есть, да, сети интернет. Также мы можем получить данные из автоматизированных Который вот фиксирует ага. фото, видео. Этот. В том числе мы можем использовать аэроснимки, полученные ага. облетом беспилотников. Беспилотник тоже у нас есть. Тоже есть, да? Да. Давайте Татьяна Гарина еще вопрос нашего телезрителя, радиослушателя. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, спросить можно, да? Конечно. Ага, скажите, пожалуйста, а как проводится контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия? Ну вот как это, раз. Э, ага, это обследование или, или проверка? Да, да, да. Вот как раз этот вопрос тоже я вот задавал как раз вот буквально несколько минут назад, да? Ага. Спасибо за ну, вопрос. Вот Радиослушатели и тоже интересуются. Все-таки это проверка mm -hmm. или обследование. Вот да. они требуют конкретики, видимо. Вот, ага. То есть, это как бы этот. Ну, их интересует, конечно, выездное обследование, да? Так. Скорее всего, это, да. Mm -hmm. Потому что, как бы, это проверка, ну, то проверка это все равно. Это mm -hmm. осмотр, значит, да. Выездное обследование это как бы осмотр. И может быть инструментальное обследование, если, конечно, есть доступ к земельному участку. Mm -hmm. Это не так, как бы мы, мы к вам стучим и говорим: да. "Мы тут этот проводим обследование, обследование. да. Mm -hmm. Можно этот? Нет, мы так не делаем. Почему? Потому что у нас... Э, как бы мероприятие без взаимодействия, угу. соответственно, если угу. есть доступ, мы сделаем это, если нет доступа, то будем искать другие выходы, как бы, да, ага. будем запрашивать, как бы, у других организаций, у ну муниципалитета -ну, данные, угу. как бы. А, и вообще по результатам ага. контрольно-надзорных мероприятий мы сейчас вот как раз, если у нас есть признаки нарушений, мы отправляем. Ага. Предстижение. А, хорошо. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени до конца эфира. Ваши пожелания буквально, ну, полминутки, да, 50, 20 секунд, может, 25. Что бы я хотела пожелать? Хотела бы пожелать использовать земельные участки в своих границах и в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, чтобы не было нарушений и чтобы вы не попадали в поле нашего зрения. Ага. Ну что ж, уважаемые телезрители радиослушатели, спасибо за ваши вопросы в сегодняшнем прямом эфире. Вот наш первый блок был посвящен сегодня вот этим да, профилактическим мероприятиям. Вот. И на этом пока мы завершим нашу передачу. Я хочу сказать спасибо первой участнице нашей телерадиопередачи. Спасибо, что Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире Продолжаем нашу программу «Якутск сегодня». Как вы знаете, по поручению президента России Владимира Путина в городах Дальневосточного федерального округа ведется работа по реализации мастер-планов, в число которых вошел и город Якутск. Долгосрочные планы социально-экономического развития городов Дальнего Востока утверждены федеральным правительством, реализация намеченного осуществляется. Надо отметить, что в последнее время столица наша претерпела значительные изменения в положительную сторону. ну где-то я тут считаю, в общем-то, ну я думаю, что горожане тоже со мной согласятся. ну тем не менее, конечно, вопросы еще пока остаются. вот, ну они вот совсем буквально недавно обсуждались и на площадке в мэрии города Якутска. Вот. И сегодня я хочу обратиться к гости нашей студии, вот, председателю комиссии, члену общественной палаты республики Саха-Якутия, председателю значит, комиссии по вопросам строительства, транспортного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, вот, общественная палата республики, заместителю председателя общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики Светлане Алексеевне Лукашенко. Яновой. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Здравствуйте. Ну вот вы непосредственный участник а, недавних недавней встречи с главой окружной администрации города Якутска Евгением Григорьевым, да? В общем-то, ну это, в общем-то, общественники вот, провели эту встречу с мэром города Якутска в администрации. В общем, там шел довольно-таки такой вопрос, касающийся дальнейшего развития и настоящего и будущего города Якутска. Пожалуйста, вам слово. Мы договорились с Евгением Николаевичем встретиться по поводу застройки, застройки угу. и развития города Якутска, территории города Якутска. Так. Значит, этот мастер-план, который утвердил, как вот вы ранее угу. сказали, он утвержден президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Они затронул этот мастер-план, затронул 25 городов ДФО. И вот мы вошли в город Нерингер и город Якутск, город вошли, Якутск, да. да, вошли, значит, в этот мастер-план. Это очень радует, это очень радует. Во-первых, он начал реализовываться с 24 года, и мы, как бы, общественность и наша комиссия Общественной палаты изъявили значит, желание встретиться с мэром города Икутска uh -huh. Григорьевым Евгением Николаевичем и с ним поговорить, побеседовать по поводу этого мероприятия, предложить ему наше сотрудничество, uh -huh. так как мы общество, мы все живем в республике и мы заинтересованы в реализации этого плана. Этот план рассчитан до 2030 года. Это длительный, это долгосрочный, дли... да, да, это долгосрочный, инструмент, долгосрочный инструмент планирования развития территории. И он начал реализовываться с 2024 года. В этот мастер-план входит не только строительство микрорайонов. Он объединяет в себе строительство Ленского моста. Вплоть до реконструкции площади Ленина. Это очень объемный, долгосрочный проект, который даст, вот реализация его даст якутянам качественное, э -э, качественное проживание на территории не только города Якутска, но и города Нерингри. И мы в, в этом мастер-плане согласовано. Строительство 90 объектов, крупных объектов. Это 12 школ, 10 объектов здравоохранения, 18 детских садов, строительство дворог, уличное освещение, автобусы, и очень много, даже знаете, парковки. Вот они входят в этот вот ну, изменение вот парковок, да, расширение дорог, проблем, да, городе, расширение ну... дорог, потому что планирование было осуществлено еще раньше, а сейчас у нас на улицах города очень много автомашин, и мы как бы с парковками у нас проблемы в городе. И в этот мастер-план входят вот эти дополнительные парковки, значит, расширение дорог, как я сказала уже. На сегодня, на сегодня в городе Якутске с 17 по 24 год значит, введено, введено очень много... Проведена огромная работа, угу. огромная работа вот именно по городу Якутску. Глав «Якутстрой» — это подведомственная организация нашей мэрии. Они глобальную работу, в общем-то, проводят, проводят. И на сегодня, значит, за это время, за это время, с 19 по 24 год, приведено в нормативное состояние 19 объектов уличной дорожной сети общей протяженностью 25, почти 26 километров. И общий объем финансирования составил составил полтора миллиарда, в том числе средства федерального бюджета, средства регионального бюджета. И средства государственного бюджета РСЯ, средства городского бюджета 280,5 миллионов рублей. На город профинансировал. Знаете, очень радует, что изыскивается на финансирование вот по реконструкции и ремонту дорог. Только в 2024 году мэрия запланировала 350 миллионов. Это очень огромная сумма. Конечно, хочется вот реализовать этот мастер-план, и нам хочется увидеть вот эти изменения города. Мы получили очень такое, знаете, такое вот взаимодействие с мэром и с его заместителями на такой ноте такой знаете позитивной ноте он проявил значит желание работать с общественной палатой что очень радует несмотря на его занятость несмотря на его значит отношение вот к горожанам угу. мы очень довольны мы будем мобилизовывать все общество на помощь городу якутску даже по вот именно в реализации всего самого лучшего. Также мы договорились с Евгением Николаевичем, значит, помощь, помогать в сфере экологии. Город Якутск, это знаете, он даже отметил тоже, что у нас много пробелов, экология страдает. Мы предложили, значит, ему создать совместный план по охране экологии нашего города отсыпка значит озер мусором и формирование ну, там участков города допустим если взять наши, да, да то там-то картина-то картина да вы знаете самовольно нерадужная. самовольно отсыпают ну, значит люди не боятся никакого угу. знаете ответственности мы значит совместно на площадке общественной палаты э, запланировали, э, провели уже встречу, заседание комиссии. Э, вот именно после встречи с мэром города Якутска uh -huh. и уже определились о большом расширенном заседании комиссии с приглашением значит, туда э, Росреестра, Министерства экологии, вплоть до всех федеральных структур вот, контролирующих. Mm -hmm. Также запланировали встречу с федеральным инспектором. Вот общественная палата. Потому что очень много вопросов. И мы хотим скоординировать совместную работу с федеральными контрольно-надзорными органами. Чтобы это все работалось и контролировалось на благо наших людей. У нас ведь очень такие условия климатические условия сложные и нам нужно вообще выходить из этой ситуации хоть как хоть для себя что-то делать вот э, на местах э, для того чтобы сохранить экологию и жить ну, качественно скажем так да хоть что-то делать но нужно конкретно что-то делать но конечно. вы знаете конкретно да. вы знаете нужно начинать с себя mm -hmm. нужно начинать с себя все равно возле начни с себя возле себя наведи порядок и городу будет проще. Если мы бы не мусорили, город был бы чище. Мы сами виноваты в том, что происходит. Потому что обслуживающие компании, они не успевают, в общем-то, <зас> за, тем, за людьми, которые нарушает э экологическое уборка мусора, законодательство. Например, да, да. Уборка мусора примерно, да, например, вот нашими службами, тоже городскими, да, скажем так, ну ведь действительно кварталы растут, здания растут, кварталы изменяется. Да, 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 увеличивается, Изменяется. Увеличивается. Вы знаете, вот я даже И обратила внимание на то, что как бы скромничает Мэрия. Нет вот такого, вот знаете, они делают очень много. Вот как выясня, выясняется, что вообще работают, они делают очень много, город меняется. Вы понимаете? Но скромничают. Я говорю, давайте на базе общественной палаты на площадках будем людям формировать общественное мнение о работе. Так ведь? И в не, в, 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 это, вовлекать общество вот в реализацию. Вот этого вот мастер-плана, пусть каждый будет частичкой uh -huh. реализации этого мастер-плана. Ну, в общем-то общественная палата, она есть общественная палата, да, там да, да. Общественная должна, в общем-то, быть Мы представитель общественности, так. И поэтому mm -hmm. здесь надо, конечно, объединять, 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 да, доводить до населения, формировать общественное граждан. мнение граждан, да, uh -huh. в соблюдении экологического законодательства это прежде всего. Это все, знаете, очень интересная такая вот за э, программа вот это вот мастер-план очень интересная она не, не планируется вот конкретно она изменяется в процессе работы вот этого вот э, угу. мастер-плана и хочется еще выразить конечно такую благодарность, Евгению Николаевичу. Вот вы знаете, вот честно, я просто искренне говорю, что действительно работа будет, идет очень серьезная, несмотря ни на что. Он стремится улучшить жизнь кутян. Вот стремится, видно, что у него даже глаза загорелись, когда мы предложили свою помощь. Это же ведь многого стоит. Это во-первых. Во-вторых, строится переселение из ветхого жилья. Вы посмотрите, сколько у нас людей получили квартиры, которые всю жизнь жили в затопленных квартирах. Это строительство звездного сейчас. Там тоже и транспортная инфраструктура. Вот сейчас значит, и парковки, и детские сады, и социальная инфраструктура. Там все предусмотрено. Также строительство спортивного микрорайона и Ленские высоты. Там тоже с ними вместе вот мастер-план входит. Это реконструкция, реконструкция значит, дороги 50 лет советской армии. Вот эта дорога наша, которая очень оставляет желать лучшего, пыль и все что угодно. Она запланирована, она запланирована на 2025 год. Это все уже будет Сейчас формируется, формируется э, вот эти вот документы, которые, значит, э, по нулевому циклу ПСД, mm -hmm. вот как они называют. И в общем-то разработка идет во все, и с весны они начнут уже реконструкцию вот этого. Вот, вот. конечно, надо сказать, что вот благодаря национальным проектам, да, реализация национальных проектов 2019 года. Вот на территории нашей республики, в том числе и в городе Якутске, у нас все-таки вот и благоустройство территорий, да, в общем-то, общественных пространств в городе ведь тоже ведется работа. Я уже говорю про те же дороги, национальный проект, безопасные качественные дороги. Ну и другие, в общем-то, там здравоохранение и так далее. В общем-то, конечно, много еще нерешенных вопросов это тоже надо сказать. Действительно, конечно, это мастер-план, это может быть не панацея, скорее всего, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, здесь нужно вот действительно взаимодействие, наверное, да. чтобы решить те хотя бы основные вопросы, которые сегодня волнуют горожан жителей нашего и тормозят, прекрасного... И, да, тормозят. и тормозят развитию, дальнейшему uh -huh. социально-экономическому развитию да, нашей столицы. Поэтому здесь нужно взаимодействие. действительно И общественная палата, вот ваша, скажем, инициатива, встреча, вот, начало, наверное, да, я считаю, это, это встреча начало с мэром города, нашей да, такой, это, да. это, наверное, скорее всего, так дает толчок тому, что, наверное, и вы, как представитель комиссии общественной палаты вот, по этим инфраструктурным объектам и тоже должны, наверное, уже, тоже есть что-то в этом положительное, я считаю. Конечно, также вот в рамках вот этого вот мастер плана ведется обновление пассажирского общественного транспорта, пассажирского городского Конечно. округа, город Икутск. В двадцать втором году вот, по столетию образования Якутская Ссср угу. в рамках государственной программы Республики Саха развитие транспортного комплекса Республики для городского округа город Якутск, приобретены автобусы при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в количестве 100 единиц. 35 из, из них переданы перевозчикам города Якутска для внутригородских маршрутов, 65 на пригородные, э межмуниципальные и 10 автобусов курсируют на межулусных перевозках. В 2023 году было приобретено 44 единицы, это значит э марки Лиас. Ну, большие такие автобусы, ну, да, да, вот, да м -м. внутри городских маршрутов. 10... Ну, отечественное производство. Да, отечественное Такое, производство. Что радует, 10 конечно, единиц для межмуниципальных наших маршрутов. Да, автобус, да. Да. Автобус. А, автобус. а вот в 2004 году 9 единиц. И на этом не заканчивается, в общем-то, обновление вот автопарка. Автопарк Евгений да. Николаевич сказал, что они запланировали полностью, стопроцентно обновить, значит, автопарк. Улучшить остановки, вот эти сделать более комфортными. Instagram теплыми, которые, в общем-то, осуществляются, да, и которые и очень mm -hmm. поддерживают граждане, горожане. Так что работа идет, и мы должны тоже вовлекать окружение, общество вот, в реализацию этой работы. Ну что ж, у нас осталось совсем немного времени, да, вот, Светлана Алексеевна, что пожелаете горожанам-то? Ну, все-таки вот это, да, чтобы, конечно, активизироваться каждому из нас. Ну, и, конечно, наверное, я пожелаю нашим горожанам прежде mm -hmm. всего здоровья да. и уважать себя и своих близких. Mm -hmm. И начинать себя, даже вот в простом, убрать возле себя территорию. Вот где вы живете, чтобы, знаете, достойно жить среди чистоты, порядка, комфортно, хотели, да. да. Озеленить, озеленить значит, посадить цветы, не пользоваться, беречь экологию, беречь экологию, не пользоваться пластиком, не бросать, где попало, не разбрасывать, где попало пластиковые бутылки и прочее такое. Ну и действительно быть активной активными, значит, с активной жизненной позиции, помогать городу и себе. Да, действительно. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом программа Якутск сегодня подошла к концу. Вот сегодня мы обсуждали довольно-таки актуальные вопросы развития, в том числе и города Якутска, и нашего вот, земельного законодательства. Поэтому я думаю, что вам, вот тоже, Светлана Алексеевна хочу сказать спасибо за участие в нашей телерадиопередаче. Итак, до свидания, всего доброго, до встречи через неделю в это же время. Всего доброго, Юрий Сергеев, Якутск, сегодня.